среди ровесников 30 лет. В компашках часто появляется некто, кто всех унижает, оскорбляет, обесценивает, и вся компания его любит, уважает или лебезит. Почему так? Это менталитет? А если человек ровно и приветливо общается со всеми, компания его ни во что не ставит. Какое-то раболепство прям. Чем такой лидер жестче всех унижает и шакалит, тем больше его все любят и уважают. Не могу понять этот феномен. Может, это наша русская ментальность. Ну, я бы не стал так сильно обобщать. Не знаю, можете опять же написать свои мнения. У вас такое было, что в компании был какой-нибудь чувак, который всех там унижал, оскорблял и обесценивал, а типа все его за это любили, уважали и лебезили. Там, ну, лебезили может быть, конечно, но насчет любили и уважали я что-то сильно сомневаюсь. Есть, да, есть, в принципе, такая психология стаи, да, стайная психология, что, ну да, вожаки, там, уритральники, с уритральным вектором, опять можно припомнить СВП, да, они такие борзые, дерзкие, да, наглость, второе счастье, и бывает, что кажется, что он очень социально успешен, там, и так далее. Но, как говорится, из уритральников выживает 1 на 100, потому что большая часть, они рано или поздно нарываются на такого же борзого или еще более борзого, и, собственно говоря, получают перо в ребро, и на этом все это заканчивается, вся эта борзость. Но это просто такая судьба у них, тут ничего с этим не поделаешь. Ну, а другие люди просто не такие борзые, они предпочитают с ним просто не связываться. Я бы не назвал это уважением и любовью. Это что-то другое. Это может быть как бы нежелание ввязываться в какую-то непонятную там драку с ним, нежелание там с ним конфликтовать и так далее. Вот. А если человек ровно и приветливо общается со всеми, и компания у него что не ставит, это вопрос харизмы.